Была детская пиццерия, которая превратилась, как мы с ребятами ее называем, в полевую кухню. На третий день войны спросил свой коллектив, когда услышал, что есть потребность кормить ребят, военных, врачей и всех остальных, кто участвует в защите города. Готовы волонтерить? Сказали, да, конечно, давайте. Вот с того момента по сегодняшний день безостановочно готовим 80, 90, до 100 человек в день кормим. Нам помогают, приносят какие-то вещи, продукты. Готовим преимущественно обычную домашнюю еду, комплексные обеды, имбирные чаи, особенно тем, кто вот в полях находится, сразу делаем либо в виде варенья, либо просто горячий чай такой, чтобы не болели. Верить в нашу армию, помогать, кто чем может. Мы победим, все будет Украина. Защитникам Украины хотелось бы пожелать побольше сил, выносливости, терпения, чтобы все вернулись домой, все выжили, целые, невредимые, к своим семьям, и чтобы победа была за нами.